Привет, а мы в Керчи. И как вы думаете, чьи это дети? Это дети нашего Купидона. И не только. А мамочка у нас Мажориковна. То есть это внуки Мажора. Вот такие прекрасные 6 деток. А также они являются правнуками нашего Филиппа. Вот такая вот. Такие крови текут в этих замечательных, красивенных детях. И что я вам хочу рассказать. Мы приехали за алиментным щенком. Сейчас мы забираем девочку. Как ее зовут? Мишель Софи поедет с нами. Вот, и будет жить в наших ясельках, будет искать себе владельцев. Вот эта шоколадный соболь, девочка-красавица, остается у заводчика со своей мамочкой. А 4 прекрасных крутыша, бело-шоколадного окраса и черный, вот такой вот крутыш, будут искать. Значит, 2 месяца и 10 дней, уже 2,5 месяца практически, они привиты первой прививкой, прошли актировку клуба, имеют документы, тату в паху, и детки уже ищут своих владельцев. Поэтому, кого интересуют длинношерстные мальчишки, вот такой прекрасный черныш Купидонович и бело-шоколадные крутыши, пожалуйста, обращайтесь, я вас соединю с заводчиком. Дети находятся в Керчи, доставка по России есть, пожалуйста, уточняйте. Вот такие вот замечательные, воспитанные, с прекрасным характером. Вот такие веселунчики. Детки, детки, детки! Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-псы! Вы крутыши!